Дорогие друзья, из корпорации РАНА, у вас сегодня день рождения, вы уже взрослые, вам сегодня 15 лет. Мне очень приятно, и это очень греет мое сердце, что наша с вами дружба тоже уже 15 лет. Я желаю всем девочкам вообще счастья в личной жизни, не останавливаться на достигнутом. У кого-то 6 детей, у кого-то 3, у кого-то 2, кто-то пришел уже в положении. Это дорогого стоит. Только, девочки, не доказывайте никому ничего. Вам уже не нужно доказывать. Вы состоявшиеся прекрасные мамы. А это самое дорогое на этом свете. Счастья, здоровья, лучезарности и любви. Катя, Санкт-Петербург, 6 детей. Кристина, 1 ребенок. Светлана, Москва, 37 лет, 2 детей. Люди, которые работают, они с таким одухотворением дарят красоту, они с таким удовлетворением и наслаждением дарят женщине уверенность в себе. И ты забываешь не только о возрасте, ты вообще забываешь о каких-то проблемах. Вот после процедур в корпорации РАН я чувствую себя окрыленной. Краснодарский край, 3 детей, 43 года. Меня зовут Ксения, город Калтан, 1 ребеночек, 22 года. Виктория Кемерова, 31 год, 4 сыновей. Желаю всем работникам РАНы и лично Екатерине Александровне Дюбровой счастья, радости, чтобы вокруг было много-много чудес и много-много красивых людей, потому что вы достойны общаться с самыми-самыми. Здоровья, детей, солнца, и чтобы все было хорошо. Я ваша истинная поклонница и человек, который вам верю и всегда отдаюсь в ваши руки бесстрашно и знаю, что меня ждет потом чудо.